привіт усім, хто прокидається Земстудіо. Ви дивитеся рубрику «Візит до косметолога». Цей випуск присвятимо ботулінотерапії. А всі міфи та реальність розвіє нам лікар-косметолог Альона Сичугова. Вітаю! Альона, що ж таке ботокс та ботулінотерапія? Ботокс – це препарат ботулінотоксина типу А, который используется для устранения морщин, для расслабления мышцы, потому что у пациенток активная мимика, да, чаще всего этот препарат используется для зоны вокруг глаз, для зоны межбровных морщин и для морщин на лбу. Это чаще всего. Также он используется еще на зоне, в зоне нижней трети лица, реже, и здесь нужен правильный подход и знание хорошей анатомии. Очень боятся эту процедуру и, слыша слово «ботокс», почему-то все шарахаются, мне только не ботокс. Хотя это самая эффективная процедура молодого лица, да, это процедура профилактики старения. Мы развенчаем некоторые мифы, которых так боятся наши пациенты. Первое – это нельзя процедуру проводить лежа. То есть инициировать нужно только в сидячем положении. Это не так, это неправда. Инициировать нужно в том положении, в котором удобно пациенту и удобно доктору. На действие препарата положение не влияет. Было такое, когда нам говорили, что инициировать нужно только в сидячем положении. Последние данные вот профессора Юцковской, ее лекция была про мифы про ботулинотоксин. Вот она там говорила, что независимо от положения, делаем так, как удобно пациенту, так, как удобно косметологу. Второе, это нельзя ложиться в течение 4 часов после ботулинотерапии. Тоже неправда. Ложитесь, спите. Многие пациенты отказывали себе в этой процедуре, потому что могли прийти только вечером, да, и мы назначали пациентов с утра, чтобы потом пациент не ложился в течение 4 часов. И пациенты отказывали себе в этой процедуре, не могли они прийти утром, а вечером нельзя было ложиться. Неправда. Тоже можете приходить в любое время, делать эту процедуру и спать себе спокойно. Третье – это употребление антибиотиков. Это противопоказанием было. Это тоже не влияет на процедуру, не влияет на действие препарата. Если пациентка заболела, и ей нужны антибиотики после введения ботулинотерапии, ботокса, то доктор назначает, и пусть не переживает, себе лечится спокойно препаратами, антибиотиками. Четвертое – это употребление алкоголя. Это тоже было противопоказанием, и когда пациентка звонила, я не могу прийти, я иду на корпоратив сегодня или еще что-то, это не является противопоказанием. Опять же, результативность процедуры не влияет алкоголь на это. Также мифом у нас было, пациенты боялись, что после препаратов, после инъекции ботулинотерапии, когда он отойдет, этот препарат, да, когда мышца снова будет работать, у них появится количество морщин в разы больше. Нет, потому что мы делаем ботоксом профилактику. Мы уже процесс старения, процесс появления морщины отстраняем. То есть мы не можем выглядеть намного хуже. Это нелогично просто. Не будет у вас морщина, мышца сокращаться больше. Вы будете выглядеть намного моложе своих сверстников, просто эти процедуры нужно делать правильно. Правильно, с определенным интервалом и у правильных специалистов, которые вас будут вести и все записывать в карточку себе, когда и что вам делали. Также был еще миф, что ботулинотоксин держится 6-8 месяцев. Вот по инструкции всех препаратов, всех производителей препаратов, ботулинотоксин держит 3-4 месяца, не 6-8. 6-8 месяцев – это генетическая особенность пациентов, когда у них препарат стоит 6-8 месяцев. Это бывает очень редко. У кого-то это месяц-два, это тоже генетическая особенность. И здесь не виноват доктор и не виноват препарат. На это влияет вот наша генетика и ни в коем случае не препарат никогда. Поэтому не рассчитывайте, что ваш ботулинотоксин будет стоять 6-8 месяцев. Если вы активно и у вас активная мимика, ну он просто не будет там 6-8. Поэтому 3-4, как заявлено производителями,
это является нормой. Поэтому не расстраивайтесь, если у вас через 3-4 месяца появились морщинки, это ваша особенность. А коли варто починати колоти ботокс? По показаниям. Смотрим на наличие мимических и если есть уже статические морщины, обязательно. Это как профилактика. То есть, понятно, 18 лет у вас их не будет. То есть, опять, процесс старения после 25. Есть девушки, которые приходят в 22, уже с ярко выраженными морщинами возле глаз и на лбу, и уже есть заломчики, да, такие бороздочки. Можно им делать профилактику. Им нужно делать профилактику, потому что через несколько лет эти морщины будут в спокойном состоянии. И в спокойном состоянии останутся эти заломы. И когда заломы уже есть, эти бороздочки, заломы, тогда ты кали-не-кали, ботулинотоксин, оно уже есть. Поэтому ботокс делается больше для профилактики. Определенная доза, минимально, все аккуратно, все красиво. И у вас будет молодое красивое лицо очень долго, и вы будете всегда выглядеть моложе своих сверстниц. Если вы этого делать не будете, то морщины усугубляются, а морщины – это первый признак старения, и все это, ну, видно на наших женщинах. Що ж, дякуємо за роз'яснення, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися рубрику «Візит у косметолога». Залишайтеся молодими та красивими. Далі буде!